году в нашем пришкольном лагере на базе первой гимназии отдыхает много ребятишек, 126 детей. 5 отрядов мы набрали, у нас в гостях отдыхают и ребята из 14-й школы. Программу лагеря мы разработали серьезную, обширную, мы много походов, много экскурсий, мы выходим и в пожарную часть, и в библиотеки, музеи, театры. Мы надеемся, что наши ребята отдохнут, наберутся сил. И сегодня мы проводили одно из запланированных мероприятий, игру по станциям. Эта игра рассчитана была на второй день лагерной смены, для того, чтобы дети могли поближе узнать друг друга, потому что дети в отрядах из разных классов. И это были в основном игры на знакомство, игры на сближение. Наши ребята, отдыхающие в нашем лагере, играли в игру по станциям «Здравствуй, лето», где они отгадывали загадки, играли в спортивные игры, показывали различных животных и пели веселые песни. Всем очень понравилось, все были очень рады и довольны. Итоги мы подведем уже завтра. На учебу не пойду, а иду, иду, иду. Каникулы, завтра я на все забью. На учебу не пойду, а иду, иду, иду. Мы каждый день ходим на улицу, играем в спортивные игры. И прямо сейчас мы играли игру по станциям. Наш отряд справился со всеми заданиями. Каждый год я прихожу в пришкольный лагерь. У нас тут весело. Каждый день мы ходим в театр, в парки, в бассейн. Вот, например, сегодня мы были в бассейне. Там изучили много новых элементов, играли в игры на воде. Здорово провели время. Я в лагере нашел новых друзей из других классов. Вот, например, мы вчера ходили с лагерем на пожарную часть и изучали там пожарную технику. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, детвора.